Брейкданс Тимиртау всегда был известен и популярен, однако профессионально занимаются им лишь единицы. Сейчас хип-хоп-культура в городе развивается, и подтверждением тому является проведение этого фестиваля. По словам организаторов, он стал логичным продолжением целого ряда мероприятий, проводимых в этом направлении. Открываем школы, сейчас стараемся больше, чтобы людей больше ходило, и задвигать уже правильные, то есть вещи, которые нужно делать, и которые будут в дальнейшем, они будут развивать нашу культуру. Поскольку уровень нужно поднимать, поскольку вот ребята в Астане уже ездят во многие страны и поднимают наш Казахстан, а мы Тимиртау сидим, мы не можем. 11-летний Данил Холодов занимается брейкдансом всего 3 месяца. На фестиваль пришел не столько за победой, сколько ради опыта. Говорит, что главное в достижении успеха – это не бояться совершить ошибку. Если не получится, не надо сдаваться. Делай, повторяй, для того, чтобы получилось. Там ты много чего учишь. Например, ты не знаешь, как делать, то тебя научат друзья или учитель. Победители выявляли почти номинациям. За право быть сильнейшим боролись более 50 человек в возрасте от 5 до 25 лет. Однако даже проигравшие не отчаивались, ведь они неплохо провели время в кругу единомышленников. Мы просто хотим отдохнуть, то есть когда все приходят сюда вроде бы на соревнования, но все на самом деле у нас друзья, и у нас очень хорошая атмосфера, которая как бы заряжает, прокачивает всех. Я думаю, людям очень приятно видеть это все и быть частью этого. Фестиваль Тимиртау проводится уже в 4-й раз. Его организаторы уверены, что с каждым годом число его участников становится только больше. Они медленно, но верно идут к своей главной цели – вовлечь хип-хоп-культуру как можно больше молодых людей города.